Информация, аналитика и философия. 6 и 7 ноября в Национальном пресс-клубе Вашингтона пройдет серия воркшопов «The Rise of Blockchain Digital Money 2017», организованных компанией FinTech World. На мероприятии будут говорить об эволюции финансов и будущем блокчейна и криптовалют. Во время воркшопов будет затронуто множество тем, в частности, каково будущее криптовалюты и товаром ли является биткоин или расчетной единицей, то есть деньгами. Как сообщают организаторы на официальном сайте, регистрацию на мероприятие можно будет пройти непосредственно перед его началом в Национальном пресс-клубе Вашингтона.